Thank you.
Thank you.
Что это за камень? Откуда он у тебя? Мы можем позаботиться о тебе, да.
призрачные склады для земных товаров. Так, неужели я вижу смерть? Сначала демоны, затем странные новости, а теперь здесь расхаживают живые. Пусть Гермес выведет тебя отсюда. Ты заплатишь. Тебе удалось победить и Титана, и Олимпийца. С этого дня тебя будут называть погибелью богов. Я заберу мужа с собой, и мы воссоединимся с другими богами. Мы оставляем загробный мир в руках судей. Они показали свою честность и милосердие. Наступила эра человечества. Теперь вы будете править и живыми, и мертвыми. Я благодарю тебя. Я открываю портал, через который ты попадешь в Грецию или туда, где тебя ждут очередные приключения. О, ты! Добро пожаловать в храм Асклепия! Прости, я тебя не заметил. Из подземного мира? Серьезно? Что ж, ты в правильном месте, о герой. Если тебе и впрямь довелось увидеть царство Аида, целебные воды нашего повелителя вернут тебя к жизни.
Выпей же и очисти душу и тело от прикосновения смерти. Первый сундук бесплатно! Пусть Гера благоволит тебе. Владеть магией значит просто вспомнить давно забытые секреты. Не сопротивляйся своей природе.
Знания достаются дорогой ценой. Да будет так. Любую ошибку можно исправить. Выбор сделан.
Привет! Какой славный денек! Это честь для меня! Приветствую тебя! Как удачно мы с тобой встретились! До меня дошли вести о твоей победе над Тифоном и о том, что олимпийцы действительно ушли. Благодаря тебе они, наконец, последовали примеру Прометея и поверили в человечество. Я и не мечтал, что доживу до этого дня. На смену веку титанов и веку богов приходит век человека. Впрочем, неудача Аида показала, что царству смертных всегда требуется наша защита. Доверие богов – не только огромная честь для человечества, но и огромное испытание. Юный воин, приятно видеть тебя вновь. Я говорил тебе, что наши войска выстоят, и я был прав. Они победили, и не только в Афинах. Вместе мы загоним этих подлых чудищ назад во тьму, из которой они выползли. Отныне мы будем едины с нашими греческими братьями и не позволим какому-то соперничеству снова нас разделить. То, что случилось с Посейроном, трагедия. Этим землям все еще нужны храбрые защитники. Спартанская дисциплина скоро понадобится нам вновь. Но сейчас мы все же отпразднуем победу и восславим тех, кто помог нам ее достичь. Как тебе известно, мы, аристократы, всегда рады выслушать простой народ, но этот съезд, подготовка к торжествам и прочие дела оставляют нам очень мало времени. Пойми это и, пожалуйста, говори побыстрее. Подожди, так это ты победитель генералов армии чудовищ? Это честь для нас. Послы из разных городов говорили о тебе и о твоем вкладе в борьбу с кризисом. Нам не сообщили о твоем прибытии. Тебе непременно надо принять участие в заседании. Быть может, ты выступишь с речью? Пусть народ поглядит на своего героя. Кстати, раз уж ты здесь, нам бы пригодилась твоя помощь. Мы не хотели бы лишний раз тревожить народ, но мы только что получили донесение о переполохе в северном порту Лихаен. Портовый рабочий лепетал что-то о морских тварях, которые напали на его склад. Стража уже расследует это дело, но, может, ты к ним присоединишься? Наконец-то жизнь на рынке снова кипит. Пожалуй, даже чересчур. В мой прилавок чуть не влетела телега. Можешь себе представить? Пусть Гермес укажет тебе путь. Взгляни на лучшие товары величайшего торгового города Греции. Всего хорошего. Что
Что? Аристон сказал? Ну, думаю, ребятам не помешает помощь. Там до сих пор драка. Thank you.
проходи. Кетос, они привели чудовище. В порту он... Дверь сейчас заперта. Тритоны привели с собой морское чудовище? Невероятно. От имени всего Коринфа мы благодарим тебя. Рассказы о твоих подвигах действительно не преувеличены. И все же странно, что они напали на нас теперь, когда все это безумие, казалось бы, осталось позади. Если боги и впрямь нас покинули, похоже, не только люди были предоставлены сами себе. Можно только гадать, что происходит в бывшем царстве Посейдона. Надеюсь, это были всего лишь презренные пираты из тех, кто видит в политических волнениях новые возможности. Среди людей таких тоже немало. Аристону легко говорить о разрушенном порте. Ему и дела нет до кораблей, если, конечно, речь не об увеселительных морских прогулках. А вот для меня это удар по торговле. Thank you.
Это должно быть ты. Наконец-то я тебя нашла. Это ведь ты, победитель Телхинов, Титанов, а теперь еще и Кетоса. Я представляла тебя повыше. Прости, я Илва, дочь Гильфи, скандинавского короля северных земель. Мы с моими людьми искали тебя по всей Греции. Нам нужна твоя помощь. Похоже, с падения Титанов многое изменилось, и владыка вашего загробного мира не единственный, кому внезапное возвышение людей пришлось не по нраву. Честно говоря, мы даже не знаем, почему они это делают. Может, они боятся нас или тебя? Как бы то ни было, асы, боги, которым мы всегда поклонялись, стали на нас нападать. Королевство моего отца погрузилось в хаос. Народ измучен и впал в отчаяние, а отряды Эйнхериев опустошают наши земли. В одиночку мы против них не выстоим. Прошу тебя, убийца Титанов, помоги нам. Отправляйся на север через Альпы. Я буду ждать тебя в Глауберге, твердыне кельтов. Оттуда мы продолжим путь в Скандинавию. Есть новости. О, муза! Thank you.
лабе! Малон лабе! Свежее мясо! Кишки выпущу. Ребята, свежее мясо. Кишки выпущу. Малон лабе.
Скиран мертв? Наконец-то. С ним были даже кентавры? Да это... То есть я в тебе ни минуты не сомневался. Думаю, без предводителя банда быстро распадется. А значит, я снова смогу пользоваться по крайней мере одним портом. Очень хорошо. Вот твое... Люди восхищаются колоссом Родосским, но, как по мне,